Севастопольцы, которые не подтвердят право на получение льгот за жилищно-коммунальные услуги, станут должниками. Об этом напомнили в Департаменте труда и социальной защиты населения. Там сказали, что пока к ним обратились очень мало льготников. Если лица до конца года не обратятся в органы соцзащиты, естественно, предприятия не смогут выставить нам к возмещению. И этим лицам с 1 января 2015 года будет произведен перерасчет и выставлен долг за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы сохранить льготу на жилищно-коммунальные услуги, необходимо обратиться в районные управления труда и социальной защиты населения и предоставить пакет документов. Оригиналы и копии паспорта Российской Федерации, СНИЛСа, копия удостоверения льготного, пенсионное удостоверение, справку о составе семьи, лицевые счета, платежечки, которые приходят к вам для оплаты на жилищно-коммунальные услуги за один месяц. Для категории инвалиды общего заболевания всех групп и категория чернобыльцы, кто к ним относится, им необходимо еще предоставить копию формы собственности жилья. Кроме того, подтвердить право на льготу можно в Департаменте труда и социальной защиты по адресу улица Руднева, 40, кабинет 132. В департаменте подчеркивают, лучше не тянуть. Восстановить льготу будет можно, но только с даты обращения в органы социальной защиты. При этом придется выплатить значительный долг за весь 2015 год.